Сегодняшняя тема. Мы поместили в нашу подборку не просто главных красавчиков, но прежде всего, мужчин, чье имя чаще всего мелькало в СМИ в связи с разными событиями. Например, из-за громкого развода, какой был у Эмина Агаларова, правда, по слухам, сейчас у музыканта все отлично. Или из-за встречи новой любви, как произошло с Беном Аффлеком и Лиамом Хемсвортом. Мы отметили тех, у кого был творческий подъем, Роберт Паттинсон и Антон Лапенко, и, наоборот, падение, Джонни Депп, а также тех, кто, несмотря на солидный возраст, все равно остается самым привлекательным, речь, конечно же, о Джордже Клуни. Смотри на всех красавцев в нашей галерее и читай, чем они нас так впечатлили в 2020 году. Ну и помни, что сексуальность – это не только кубики пресса и стальные бицепсы, но еще ум, креативность и смекалка. В прошлом году в нашем рейтинге были Тайка Вайтити, Адам Драйвер, Кирилл Нагиев и другие. Тогда больше всего красавцев нам приглянулось в киноиндустрии. Не обошлось без голливудского идеала Брэда Питта, Тома Холланда и Рами Малека. Еще читай. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.